Здравствуйте, дорогие мои видеозрители! И снова с вами крайне любимая передача «Предсказания и прогнозы». Сегодня у нас прогнозы на сентябрь и предсказания на неделю вперед. Ну, если судить о погоде, то могу предсказать с точностью до 98%, что скоро дозреет урожай всего, что было посеяно. И снова его будет некуда девать. Ой, о чем это я? А, о погоде. В Европе почти гарантированно дожди. В Африке должно быть солнечно, на солнце снова пятна. Луна будет видна в течение половины месяца, а другую половину ее, увы, видно не будет. Бриллианты осеннего сбора подорожают в цене. Количество миллиардеров прибавится на 47%. Ну, будут ли это миллиардеры из России, звезды пока не говорят. Астрологический прогноз. Девы выйдут замуж за овнов. Львы получат крупные выигрыши с вероятностью 50%. Козероги и раки уйдут за гол и уедут отдыхать в дальние дали. А рыбы получат прибавку к жизни. Водолеи прольют весь запас воды за 3 месяца. Овны очень быстренько разведутся с тельцами под предлогом несхожести рогов. А у остальных знаков зодиака никаких проблем не наблюдается. У некоторых вкладчиков на бирже акции упадут, а у некоторых поднимутся. Глухие в массовом порядке прозреют, а слепые заговорят. А в остальном все предсказания положительные. Их можно положить, а можно и взять. Все зависит от желания заказчика. На сегодня у нас все. Хорошего вам гороскопа, дорогие мои. Подписывайтесь на наш канал. У нас очень много веселого и интересного. До новых встреч!